Ну, во-первых, давайте вспомним, 15 лет назад мы говорили о необходимости удвоения ВВП за 10 лет. И тогда это казалось совершенно невероятным. Больше того, многие просто смеялись над нами, говорили, что это завиральные идеи, а мы это сделали. Сейчас, конечно, другой тренд, здесь вот не только в нашей мировой экономике, здесь вот выступавшие, как вот модератор нас сейчас сказал, наши министры, председатели Центрального банка, они вам рассказывали наверняка про цикличность экономики, про структурные ограничения. Правильно? Ну вот, да. Вот, я слушаю это каждую неделю. Вот, но...